Начинается вкусненькое. Вам нужна будет чашка, стаканчик водички, сахарочек. И какая мы вкусняшка, типа коньяка или рома. Я еще виски выпаривала и вино, собственно говоря. Ну, коньяк с ромом, это как бы классика для кондитерки. Будем варить сиропчик, собственно говоря, такой жиденький-жиденький для пропитки нашего тортика. Потому что, пожалуйста, не давайте вашим гостям непропитанные бисквиты, я вас умоляю. Себе тем более. Что делаем? Выливаем воду в емкость сыпем сахара. Сколько там? Ну, ложку я сыплю вот такую. Вообще, на самом деле, пробую на вкус, как мне хочется. Послаживали по... Ты что пришла? Рано еще. Рано. Ну, да, я договорю. Пожалуйста. Итак, ложку сахара, стакан воды и по вкусу ромчика, коньячка. Вот. Лимонного сока можно добавить еще. Я, кстати, добавлю, наверное, чуть-чуть. Сейчас покажу. Стакан воды. Я положила две вот десерт ложки сахара, потому что мне показалось, что хватит, и налила где-то чайную ложку лимонного сока. И жду, пока начнет кипеть. Собственно говоря, потом долью туда Моргана. Опять же, правильно, неправильно, вообще не интересно. Вкусно получается. Я подожду. Итак, кипит. Фигня, я уже запомнила, что это сахар, сахар, господи. В общем, льем. Ну, это для взрослых, поэтому я себе могу позволить. Прекрасно. Ну, чтобы пахло хорошо. Сейчас понюхаем. Прекрасно. Все, и мы это делаем. Чуть избавляем огонь, и пусть испаряется, собственно говоря. Вот, все. Все. Это выпаривать для того, перестанет нести спиртом. Мне изначально как бы пахнет прекрасно. Я вообще могу ничего не варить. А так просто просыпать. Ну нет, ну сейчас. Чуть-чуть. Минут. Ну, тут две, наверное. Три. Не знаю, смотря чего там добавляете. В общем, так, чтобы запах вам был приятен и не било в нос противным вот этим вот запахом спирта, если он у вас алкоголя, который вы добавляете, есть. Малюхово повыпариваю, уже попробовала. Он такой как раз кисло-сладкий мне хотелось, поэтому лимонный сок сработал. И вот, и уже вообще совершенно нет неприятного запаха, собственно говоря. Прошло, может, полторы минуты, наверное, с начала выпаривания именно активного. Вот. Потом мы его, собственно, перейдем в чашечку, дадим ему остыть и будем пропитывать наш бисквит, который мы параллельно, пока он будет остывать, будем разрезать. Вот. С терпением, поэтому свою пропитку я остудила адидовским методом, переливая с чашечки в чашечку, и все. Теперь будем пропитывать. Самый нижний корж я не обрезаю дно никогда, я просто хорошо его протыкиваю вилкой и с двух сторон пропитываю коржи все. Потому что сейчас я буду пропитывать вот так вот. Для этого берем ложечку. И активно. Вообще, конечно, я обычно делаю это на решетке, но мне было лень доставать решетку. Мы ее мыть еще придется. То есть холосе. Так вот поливаем, чтобы он с этой стороны, чтобы он не хрустел снизу, да, чтобы он был тоже мягенький и вкусненький. В любом варианте вкусненький, но чтобы он просто был полностью мокрый. И края вот эти тоже самое. Потом подтереть просто можно и все. Еще лишнее. Все. Так, теперь я его переверну и с следующей стороны тоже его также пропитаю. И оба эти оставшиеся коржа точно так же с двух сторон. Они супер мягкие. Я протыкивала их вилками, это было не надо, собственно говоря. И так пройдется. В общем, сейчас пропитаю, потом вернусь.